Семейный стаж 25, 50, 60 и более отмечают госнаградой. 10 лет назад в нашем регионе начали вручать знак «Во благо семьи и общества». В День любви, семьи и верности 15 супружеских пар смогли снова почувствовать себя молодоженами в стенах ЗАГСа. Есть такая приятная статистика, она нас, конечно, радует. Важно, чтобы эта тенденция продолжалась. У нас на 8% сократилось число разводов. Любые проекты и цели не будут достижимы, если мы не будем иметь крепкие семьи. Если семья счастлива, в каждом доме детский смех. Старшее поколение окружено заботой. Некоторые пары считают символичным зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности. Сегодня на Дону оформят отношения 125 пар.